Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая, и наконец-то свершилось. К нам пришло такое тепло, что завтра я уже буду высаживать все свои томаты в открытый грунт. Конечно, это будет пленочное укрытие, но сейчас расскажу подробно. И для тех, кто смотрит мои все видео по порядку, могу сказать... Пашут землю, гремят, ну ладно... Могу сказать, что будет по такому же принципу, как тоннели, которые у меня за спиной. Вот те тоннели, за которые мы переживали, которые были посажены в ранние сроки, потом закрыты. Точно так же я делаю, выращивая свои томаты. Вот эти будут сразу на постоянное место для питания, для получения раннего урожая. Вы видите, что земля уже вскопана. И они у меня стоят на самом последнем закаливании. Точно так же, как я маленькие томаты перед высадкой в тоннель закаливала, то есть адаптируются они к тем условиям, где будут жить с завтрашнего дня. И тут нынче у нас были такие перепады, был мороз, там все. Но сейчас, посмотрев на прогноз, на следующие 2 недели, там 3 недели, я так воодушевилась, что решила... кроме вот этих сибирских сортов, высадить еще обычные сорта, тепличные, и попробовать. Потому что всегда до этого, из года в год, первыми я выбрасывала на улицу как раз вот эти сорта, которые у меня растут в тоннеле. То есть Настенька, Демидов, Госпожа Удача, Петруша Огородник. Те, которые с толстыми листьями, с толстыми стволами. Вот их видно, что они... Видите, какие? Они прям толстые такие, они корявые. И именно вот эти томаты, они не боятся похолоданий, могут длительный период низкую температуру выдерживать. Я их всегда высаживаю. Но в этом году что-то я решила рискнуть и высадить обычные, потому что ну так же хорошо они выглядят. Они тоже вот такие толстенькие. Вот это Вова Путин. Вот Вова Путин так удался, прям он такой... хоть основательный, и уже с бутончиками. Я хочу попробовать его, потом загадка природы, русский богатырь. Смотрите, какая рассада, она уже готова к плодоношению, вот бутончики. И тут у меня, конечно, риск. Если будет холодно, они могут начать капризничать, потому что это не те, которые с толстыми листьями. Но я иду как... заранее зная, что результат может быть любой, и такой, и такой. Но они выглядят такими сильными, такими здоровыми. Вот видите, ну что, немножко вот так приглублю их. Все, самое главное, что я хотела сказать. Мы всегда высаживаем под пленочку какие-то, кто-то перцы в более поздние сроки, кто-то томаты. Но у нас в сибирском регионе томаты под пленку мы всегда высаживаем лишь на 2 недели раньше стандартного срока. То есть у нас стандартный срок 10 июня, значит, под пленку мы можем высадить 25 мая. Завтра у нас будет 5 мая. Я высаживаю их на 3 недели раньше обычного срока, зная, что это риск, и зная, что могут быть еще похолодания. И только поэтому я всегда выбираю вот эти сибирские сорта, потому что я знаю, что будет еще холодно. Я знаю, что их придется, может быть, и прикрывать, и свечки зажигать. И вот когда возникает вопрос, зачем вы это делаете? Ну, во-первых, вот эта рассада у меня остается от посевов, которые я в теплицу высадила. Во-первых, в таких условиях, на солнышке, в прохладе в такой, в ночной, она будет, растение будет более качественное. Такие условия лучше подходят, чем где-то дома париться или в теплице, особенно если на окне. Вот у нее уже цветочные вот эти вот кисточки, и мне нужно высадить ее на постоянное место до распускания цветов. Если я ее оставлю, цветы распустятся в рассаде, грунта будет мало, она будет мучиться, и когда подойдет нормальный срок, когда высаживать, она уже будет плохого качества. В прошлом году я высаживала рано. Я сразу скажу, что вот эти вот сорта, они нормально пережили, а те, которые были добавлены Казанова, еще какой-то, они во время похолоданий первую кисть потеряли. Но с
Следующая партия, которую я высадила в нормальные сроки, наступила жара, и они первую кисть от такого зноя, от жары, они тоже потеряли. И разница в чем? Те, которые были высажены рано, они же были уже взрослее, и они вторую и третью кисть завязали намного раньше, чем те, которые высадила в жару. И вот у нас такая погода, у нас сибирский регион, у нас сложные вот эти, все видели, у нас то снег, то жара, вот эти перепады. И нам приходится как-то, мы что рано высадим, могут замерзнуть, что позже высадим, могут потом от жары не успеть адаптироваться, вот этот зной, жара, плохо они приживаются в земле, и так, и так. Но я нашла для себя такой выход. Я высаживаю всегда. И рано, и в средние сроки, и поздно. Сейчас я высажу под пленку, потом я высажу вместе со всеми под какой-то укрывной. И самыми последними в июне я тоже высажу свои последние томаты. И вот какой-то из этих сроков будет более удачный выбран срок, какой-то не очень, а какой-то, может быть, вообще или замерзнет, или сжарится. У меня в том году я высаживала последнюю рассаду, может быть, видели на черной пленке, вот сгорело вообще, был суховей, было 30 градусов, и первая, которую под мороз я высаживала, она вся выжила, а последняя вся сгорела. Так что каждый год у нас вот эта лотерея, мы не знаем, где найдем, где потеряем. Это я просто вводное видео вам сейчас снимаю. Завтра я буду высаживать, я все покажу, все подробно. Вот это я буду выращивать, самый первый, самый ранний урожай томатов в открытом грунте. Это в сибирском регионе, и ничего, что завтра 5 мая, я думаю, что они выживут так же, как выжили в тоннелях, так выживут и эти. Жить захочешь – выживешь. До свидания.